Святослав Николаевич Рерих искал красоту, находил ее и передавал ее людям. Его девизом было: «Будем всегда стремиться к прекрасному». В этом был подвиг его жизни, его миссия. В эпоху безобразия, сгущенного до предела, его призыв к прекрасному и внесение его в жизнь через искусство, мысль, слово и действие давало свет и радость тем, кто могли его дар воспринять. Потому что мало дать, надо, чтобы дар был принят. Те, кто его приняли, идут по пути жизни уже не ощупью, в полной тьме, но их путь освещен лучом понимания, и луч помогает не свернуть в сторону и не сорваться в пропасть. В утверждениях великих людей не бывает ничего случайного, и все, что они говорят, имеет глубокий и многогранный смысл. Что же такое то прекрасное, та красота, которую исповедует и которую призывает исповедовать Святослав Рерих? Ее можно понимать и однозначно, по-житейски, и широко, и глубинно, и космически. Как всегда, обратимся к учению живой этики, к учению жизни и о жизни. Что говорит оно? Вчитываясь в слова учения, сказанные по этому поводу, мы начинаем понимать, что красота не только в искусстве и природе, но она может и должна быть выявлена в мыслях, словах и действиях. Мы начинаем понимать, что она этична. Ведь употребляем же мы выражения вроде «некрасивый» или «красивый поступок» и так далее. Живая этика говорит: только соизмеримость между действием и красотою дает формулу жизни. Так создание лучших эволюционных ступеней может утвердиться соизмеримостью красоты. Великие духовные учителя, светочи мира, являли всем своим обликом захватывающую дух красоту. Изучая воспоминания о них, мы начинаем понимать не только, что такое хорошо и что такое плохо, но также, что красиво и что некрасиво. И красота, как магнит, притягивает к себе. Мы знаем, как тянутся люди к великим подвижникам, к их духовной, без всяких изъянов, красоте. И мы начинаем в нашей малой мере стараться вносить в наш быт культуру поведения, которая тоже есть красота. И тогда улучшается атмосфера вокруг нас, и нам, и ближним нашим становится легче дышать. Потому что красота есть озон души, прана сердца. Прану горы и лесов мы знаем. Теперь в следующем витке спирали мы подходим к пране духовной, без которой никакая природная прана полностью не поможет. Потому так жизнен завет Святослава Николаевича: будем всегда стремиться к прекрасному. Теперь, когда распоясавшаяся тьма сознательно и планомерно насаждает всеми доступными ей средствами культ безобразия во всех областях жизни, искусства, литературы, этот призыв актуален как никогда. Живая этика говорит: красота не терпит уродства. Можно научиться чуять себя вне пошлой обыденности и приобщиться к явленному миру красоты. Но к восприятию прекрасного нужно воспитывать себя, чтобы быть в состоянии приобщиться к нему. Нужно сначала привыкать к утончению своих чувств, чтобы насытить дух необходимыми влечениями к миру красоты. И начинать можно с простых средств, которые у нас под рукой. Когда вы радуетесь цветам, когда углубляетесь мыслью в их чудесное строение, создание малого зерна, когда цените свежий аромат, тогда уже прикасаетесь к тонкому миру. Можно и в цветах земных, и в оперении птиц, и в чудесах неба найти радость, ту самую, которая готовит к вратам огненного мира. Главное –
Не будьте умершими для красоты. Изучить все выделения природы и осознать их красотой значит дать людям крылья. Крылья вознесут к свету. К тебе придут, яви огонь, он им нужен. Не закрой путь для новых стучащихся. Знающий красоту не собьет путника. У врат нового мира толпы, но не знают врат. Но легки ступени духа и единым желанием становятся на место вещи мира. Несущие желание красоты, благо вам. И Святослав Рерих всем своим обликом и всем своим трудом и творчеством не только несет нам красоту, но и пробуждает наше стремление к ней. Он знает, что произнесший красота спасен будет. Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество. Учи счастью красоты. И для тех, кто стремится к высшему миру, к подлинному общению с иерархией света, путь один. Через красоту подойдете. Поймите и запомните, вам поручил сказать «красота». Я сказал «красота». И в бою, и в победе я сказал «красота». В ней путь ваш, и ею встречу тех, кто дойдет до меня, а они уже идут.